Ты, Халмат, чего стоишь, бездельник? Иди сюда. Анзират, это ты прилетела? Это ты? Не испугалась? А да, это я прилетела. В городе была. Зачем ты ездила туда? На свадьбу. Ну и как свадьба прошла? Один встает, хвалит невесту, другой встает, хвалит жениха. Не свадьба, а собрание. За целый вечер ни одной драки не было. О, свадьба без драки, разве это свадьба? Помнишь, на моей свадьбе какая драка была? Бедный Хайрулла до сих пор хромает. Как увижу Хайрулу, вспоминаю свою молодость. Даже приятно сделается. Ну ничего, я скоро такой праздник устрою. Какой праздник? Увидишь. А меня пригласишь? Обязательно. Да, ты пригласи меня. Я устрою драку. Ты что, не веришь? Я ничего не боюсь. Ну пошли, пошли. Куда? Дело есть. Помнишь, как я дрался в молодости? Дай понесу. Ого, тяжелый. Смотри, твоя адъютантша идет. Оказывается, Хаджи Мурат столько дней в больнице, и никто его не навестил. Ну, что делать, если его сын жену свою боится? Не мужчина, а тряпка. Был бы мой сын таким, проучил бы его как следует. Это что такое? Кто здесь живет? А, это новый фельдшер. Он из города. А работает тут недалеко. Позвать? Почему ты такой нервный? Мастан позовет. Хорошо. Это он? Он. Добрый день. Здравствуйте. Звали? Ты повесил? А я? Зачем? Как зачем? Это мой дом. Вижу, что твой дом. Зачем замок? Боишься, что тебя обокрадут? Но мало ли что может произойти. Я на работе, жена на работе. Так что, Халмат, сними замок. Стойте, стойте! Что вы наделали?
Я 75 лет здесь живу, и ни разу не помню, чтобы у кого-то что-то пропало. У нас на всю деревню всего один вор. Вот видите, значит, есть вор? Местный. Где живет, там не ворует. Ты своим замком обижаешь его. А вот в соседней деревне нет своего вора, и у них иногда кое-что исчезает. Как же теперь быть? Как быть? Иди на работу. Иди. Холмат. Леби. Кир. Давай, веди. Всех? Нет, только сына Хаджимурат. Ну, перестань щекотаться, жёнушка. Ассаламу алейкум. Добрый день. А я и не узнал вас. Садитесь, пожалуйста. Пошли. Пошли мы? Куда? Пошли со мной. Что случилось? Идем, идем. Куда? Там узнаешь. Стой. Добрый день, бабушки, дорогие. Что происходит? Алмат. Алмат. Я. Стукни его разок. Есть. Ты что? Попробуй, подойди. Анзират, стукнуть его еще раз. Пока хватит. А за что вы его бьете? Какое вы имеете право? Потерпи, до тебя тоже очередь дойдет. А за что? За что? За что? За то, что 3 месяца не навещаешь больного отца. Да что вы к нему пристаете? Он же ездил к нему. Скажи, ездил? А тебя не спрашивают. Да я однажды был у него, я даже курагу отнес. Курагу? А он уже 3 месяца лежит. И к твоей кураге даже не притронулся. Ты хоть раз подумал, почему он до сих пор не выздоравливает? Ну, интересно, откуда же он может знать? Он что, врач, что ли? Она долго еще будет говорить? Замолчи. Спасибо врачам. Они за ним присматривают лучше, чем ты. И обед, и лекарства, все дают. Но у него даже пиалы нет. Он из стакана чай пьет. Из стакана чай? Позор. Ну вот, почему мы явились к тебе. Теперь уж сам решай. Не обиделся? Да нет, что вы. Совсем не обиделся. Вы извините, пожалуйста, можно мне 2 слова? Замолчи. Пусть говорит. Скажите, почему вы все время вмешиваетесь в чужие семейные дела? Вы что, судья, прокурор? Продолжай, если начала. И продолжу. Прежде чем учить других, у себя дома надо навести порядок. Не беспокойся, у меня дома всегда порядок. Да? А что же ваша невестка бедная плачет и к родителям собирается уходить? В чем дело? Я не хотела тебя волновать. Это не кишлак, а какой-то ужас. На один день без присмотра нельзя оставить. Обязательно что-нибудь случится. Ну, а тебе спасибо. Спасибо, что правду мне сказала. Но учти, это не значит, что я тебя простила. Я еще проверю. Поняли? Понял.
Шарапат, ты что? Тебе же нельзя, поставь. Ай-яй-яй-яй-яй. Я сама. Ай-яй-яй. Ну, как себя чувствуешь? Ничего, спасибо. Ну, где он сейчас? Опять выступал? Собрал детей и ушел. Куда? Футбол играть. Когда я сказала, что надо присмотреть за огородом, он на меня накричал. Кто сказал? Сказал, чтобы я больше не морочила ему голову. Он занят более важным делом. Каким? Хочет создать семейную футбольную команду. Какую? Семейную. Говорит, для полного комплекта еще одного мальчика ему не хватает. Требует, чтобы я родила еще одного мальчика. Вот как. А самое главное вот что. Не забывайте, что вы защищаете честь нашей семьи. Понимаете? А Кузубай тоже защищает честь нашей семьи. Ну что поделаешь? Нам одного не хватает, мы вынуждены брать игрока со стороны. Ну ничего, в скором времени команда пополнится еще одним игроком. Только тебе, дорогой, большая просьба. Ты понимаешь? Будь осторожен, не целься сразу в окно. У меня семья не маленькая. С экономической точки зрения мне невыгодно держать игрока, от которого я несу материальный ущерб. Понимаешь? А если вдруг кто-то из вас, ваши соперники, требует, чтобы не играл Турсунбай? Почему я не должен играть? Говорят, он иногда хватает соперника за трусы. Понимаете, это неудобно. У нас не только болельщики. У нас есть и болельщицы. Но вы хорошо знаете, у нас и так одного игрока не хватает, и мы вынуждены взять Кузыбая. Вот какая история. Но я ничего не знаю, судить буду строго. Вот и все. Ну, разумеется, я не против строгости судейства. Судите. Штраф! Стоп! Почему штраф? Выйдите с поля! Выйдите с поля, не мешайте судить! Артур! 11-метровый! Кузыга қараса қақ болатқанды білесің. Оң томаныңға ұқсар болған. Эх, растяпа. Штраф. Позвать опадан. Каждый раз тебя прошу, не целься в окно. Обязательно целишься в окно. Шармат здесь? Здесь. Стекольчик здесь? Здесь. Так, раз, два, три, четыре, семь. Семь раз разбили стекло. За все будешь платить? Отдай мяч. Нет, сначала деньги. А, возьми.
Сколько? Возьми, возьми. Подожди. Папа, а с кем мы будем играть потом? Еще где такая команда бывает? Я думаю, у негров. Негры – один из самых многодетных народов. Ну ничего, ребят. Не падайте духом, мы еще победим. Идут. Ступай, ступай, тебе волноваться вредно. Я сама. Бабушка приехала. Ко мне, мои детки, ко мне. Вот, здравствуйте, это тебе. Это тебе. Разбирайте подарки. Это тебе, быстрее. Это тебе самое вкусное. Это тебе, мой красивый. Иди отсюда. Это тебе. И... Ох, какой длинный стал. Ай. Профессор. Ну, бери, академиком будешь. Получай. Все. А мне? А тебе вот что. Как? Неудобно. Что такое? Пока не наберешься ума, не пущу в дом. Убирайся. Это что такое? В свой дом я не имею права зайти? Я долго буду ждать? Но ведь это неудобно перед соседями. Мне-то все равно. Ну, вы смотрите, какой умный, а? Он уже меня стыдит. А сам, как маленький мальчишка, за мечом бегает. Это, видите ли, ему не стыдно. Отцу десятерых детей. Так, так. Значит, не хотите пускать. Ладно, сами будете жалеть. Мне-то что? Я как птица. Да хочу... Туда лечу. Всего доброго. Бабушка, пусти его в дом, а? Там мама плачет. Пусть плачет. Ну что тут плохого, что мы семейную футбольную команду хотим создать? А ты подожди, с тобой у меня отдельный разговор. Какой разговор? А вы никому не скажете? Никому? Ну, если никому не скажете... Ну, никому не скажем, никому. Абдуллу будем женить. Ты чего радуешься, дурак? Что будет с футбольной командой, если женится Абдулла? Не буду жениться, бабушка. Ха. Слышите? Его величество не желает жениться. Эгоист. Ты хоть раз подумал о доме? И так полно бездельников. 10 мальчиков. 10! Скоро, наверное, будет 11. И ни одной женской руки. Не знаешь даже, кому душу излить. Бабушка, можешь мне излить? Кыш, с дороги. Короче говоря, все решено. Ну а я что, виноват, что у нас в семье только мальчики рождаются? Пусть Сайфулла женится. Он ростом выше. Я с удовольствием. Я же еще в школе учусь. Да ты не отказывайся, дурак. Жена за тебя все будет делать. Уроки готовить. Бабушке будет кому душу излить. Все решено. Все подписано. Бабушка, ну как же? Вот так же. Папа! Папа! А, сынок? Здравствуй, сынок! Садись, пожалуйста. Молодец, Турсунбай, нашел все-таки. Если б ты знал, как я тебя люблю. Ну что, вчера всю ночь меня искали, наверное? Нет, не искали. Как это? Ну, ЗАГС спали, и все.
Что, никто не беспокоился, что меня нет дома? Нет. Вот дают. А если бы я повесился от обиды? Зачем тебе вешаться? Чего обижаться? Ты не заметил, бабушка смягчилась хоть немного. Наоборот, еще больше злится. Что говорит? Говорит, пока не проучу этого дурака, не успокоюсь. Какого дурака? Какого? Тебя? Родная мать называется. Плюнуть на все и уехать, что ли, а? Куда ты уедешь? Абдуллу же надо женить. Что? Кто сказал? Бабушка сказала. Вот это новости. А с футбольной командой что будет? А ну-ка пошли, живо! Пошли. Анзрат! О, Анзрат! Бабушка, за тобой пришли. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в чем дело? А что, мы сегодня никуда не пойдем? А что, я разве сказала, что мы пойдем куда-нибудь? Нет, ты не сказала, но ведь ты собираешься старшего внука женить. А ты откуда знаешь, что я собираюсь старшего внука женить? Как откуда вся деревня говорит? Ну и не мешало бы подходящую невесту поискать. Кому мы пойдем? У кого есть хорошая девушка? В город надо поехать. Все хорошие девушки там. Вот, например, по телевизору одна выступает. Такая глазастая, пухленькая, ну. Диктор, да? Не знаю, да. Но я сам видел, как она один раз деревню хвалила. Сразу видно, хочет бедная в деревне пожить. Если она увидит нашего Абдуллу, она же с ума сойдет от страсти. Ну ладно, я сама знаю, к кому пойти. Ну, у меня внучек много, одна красивее другой. Ты сначала покажи их нам. Пожалуйста. Салима! Салима! Да, бабушка, принеси чай. Хорошо, бабушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Какое образование? Институт кончает. Не девушка, а цветок. И образован. И зови другую. Не понравилось? Зови другую. Халима-хан! О, Халима-хан! Да, бабушка. Принеси чай. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Такая умная, такая послушная. Образование. На первом курсе института занимается. Позови другую. И она не понравилась. Зови другую. Кариме! О, Каримахан! Да, бабушка. Принеси чай. Хорошо. А у нее какое образование? 10 классов. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
Так, ну это мне больше нравится. А еще есть? Есть, но она всего 8 классов окончила. Позови. О, Назира! Назира, принеси чай. Чай, сколько можно? Такая непослушная, такая острая на язык. После 8 класса учиться не захотел. Все, она моя. А насчет учебы не беспокойся. Дальше в моей школе учиться будет. Мама, я папу нашел. Где ходишь? Иди домой. Передай маме и сама учти, я против женитьбы Абдулы. Не подумаю, если против, можешь не заходить в дом. Подожди, выслушай сначала. Слушаю. Если Абдулу поженим, что будет с футбольной командой, а? Я не знаю. Но я хочу прославить семью, неужели это непонятно? Не морочь мне голову, не нужна мне никакая слава. Да. Может быть, тебе и не нужна. Но я не хочу из-за вас умереть незаметным в этой дыре. Что за жизнь? Каждый день одно и то же. Шермат, траву косить надо. Шермат, иди баранов пригони. Шермат, дети дерутся. С моими способностями другой давно министром бы стал. Что ты говоришь? Ну вот, когда станешь министром, тогда и приходи. Подожди. Ты что, гонишь меня? Да. Ты что, на стороне матери? Да. Ну, подожди, ты же должна... Ты же должна на стороне мужа стоять. Ты должна мою сторону держать, как, например, гонки. Ну вот иди и женись на своей японке. И женюсь. И женись. И женюсь. Ну и женись. И женюсь. Убирайся отсюда, чтобы твоей ноги здесь больше не было, понятно? Равноправие, говорят, равноправие. А когда женщина физическую силу применяет, это как называется? Турсунбай, подай шляпу. Пусть твоя японка тебе подаст. Ты что? Абдулла. Абдулла. Ма болт. Ну что? Топтыйма? Ни папы, ни Турсунбая нигде нет. Сколько дней прошло? 3 дня. Куда они могли деться? Надо в милицию заявить. Все равно не найдут. Папа на японке хотел жениться. Наверное, они в Японию уехали. Кто сказал? Папа сказал, когда с мамой ругался. Никуда не денется. Никуда. У нас границы крепкие. Зачем копаешь? Хочу и копаю. Эй, куда врасу? Куда идешь? Хочу и иду. Это кто?
Мой сын. Сын, говоришь? А что? Документ надо показать. Не надо документа. На лице написано. Он бороться умеет? Он все умеет. Эй, Серикбай! Серикбай, иди сюда. Ну, твой, правда, поменьше ростом, но ничего. Пошли. Смотри, борись честно. За трусы не цепляйся. Мы все-таки в гостях. Неудобно. Понял? Ой, Алайн! Эргель! Ой! Эй, 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 эй! Блайтер! Блайтер! Ой! Скажи ему, пусть не подсказывает, это нечестно. А он не подсказывает, он подбадривает. Эх, растяпа. Ой, Жапон, Жапон, деп қақсайсын. Эй, Жапонда нең бар сенің, а? Салавле. Салмаспа. Эх, болды, рахмат. Зачем тебе в Японию? Разве здесь хуже? Простор, чистый воздух, кумыс. Живи у нас. Спасибо. Мясо ешь, без бармак пробуй. Я ем, Меркенбай, ем. Ай, Сауле. 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 Не вон солнце, барл домаш? Иду, иду. Кто ты кричишь? Ты знаешь, кто у нас сидит? Человек тоже. А ты знаешь, сколько у него детей? 10. Правильно? Правильно. И все мальчики. Не то, что у нашего сына. У него всего один ребенок. Он просто нигде не может жить, кроме как в городе. Интеллигент. Интеллигент. Ну что, я вижу, ты опять? Что касается детей, это не он. Это его жена родила. Она меня из дома выгнала. Всем? Совсем. Ну, ты не печалься, не грусти. Мы тебя женим, женим. Серикбай! 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 Бар Шолпана. Иди, позови тетю Шолпан. Ахмак. Старый дурак. Как выпьет, голову теряет. Ты звал меня, Меркенбай? Звал, Шолпан. Шолпан. Иди сюда. Вот. Калай. Смотри, хорошенько. Нравится? Японка. Она что, японка? Жапон, Жапон. Японка, японка. Где я тебе найду здесь японку? Конечно, нет. Жапон, мисс. Калай, слу, мисс. Хорошая, правда? Чекки вас. Ничего. О, плясыз мы, менче. Неге шақырдын? Зачем меня звал? Познакомить, вот мой самый близкий друг.
Шермат. Шермат. Генерал. Генерал. Шолпан. Шолпан. Генерал был сав форма. Если генерал, то почему одет по гражданству? А он в отставке. Самое главное, холостой. Як. Нет. Я не генерал. Меня ойм генерал. Это моя мама генерал. Гордым бы? Видишь? Айм. Ну что с тобой? Ты почему плачешь? Что случилось? Зачем плачешь? Как увидел ее, вспомнил свою жену. Ты же сказал, что она тебя из дома выгнала, правильно? Правильно. Ну и что тогда плачешь? Да люблю я ее. Ну тогда вернись к ней. Зачем и себя, и ее мучить? Я к ней? Да никогда! Пока она сама не придет, не попросит извинения, не вернусь. Да гордый я. Ну ничего не понимаю. Кто говорит «люблю», кто говорит «пусть сама извиняется». Что поделаешь, если я такой? Ну зачем я такой уродился? Не переделаешь меня. Профессор? Профессор? А, профессор? Ты скажи, пожалуйста, что читаешь? Не отпустишь на футбол, не скажу. Скажите, пожалуйста, ему пора жениться, а он все еще про футбол думает. Не отпустишь на футбол, не женюсь. А кто выйдет за такого неуча, который все время думает про футбол? Ты запомни, пока я тебя не сделаю профессором, никуда не отпущу. Сделаю профессором, профессором. Сама двух слов не может правильно выговорить, а еще хочет профессора сделать. Ах, ты так заговорил? Ну, смотри у меня. Ну, я тебя сейчас выучу. Ну, держись у меня. А ну давай отсюда. Бабушка, я упаду. Давай. Бабушка, письмо. Я еще доберусь до тебя. Письмо, бабушка, письмо. Что за письмо? И фотография тоже. Это из Японии, правда? Нет, не из Японии. Дай посмотреть. Убери руки. Бесстыдник. Сыну жениться пора, а он себе целый гарем завел. Но ничего. Я еще до него доберусь. И до вас доберусь. Сегодняшнего дня с футболом покончено. Все. А ну-ка всем взять в руки книги. Но ведь сейчас каникулы. Я ничего не знаю. Ну что, бабушка, бить собираешься? Это же не педагогично. Цыц, это в ваших школах не бьют. В наше время всех били, и дети были нормальные. Если будешь бить, не женюсь. Это я еще посмотрю. Но я ведь должен знать, на ком женюсь. Может, она мне не понравится. Мне нравится, и все. Ты, бабушка, как феодал. Когда хочешь, бьешь, на ком хочешь, женишь. А сейчас другое время. Без тебя знаю, какое сейчас время. Я хочу, чтобы в этом доме был порядок. Понятно? А что касается невесты, сам скоро увидишь. Ну, это другое дело. Меня ждешь?
Тебя. Значит, ты и есть будущий профессор. Если не хочешь стать женой профессора, скажи сразу. Я не люблю, когда надо мной смеются. Ишь ты какой. А ты уверен, что из тебя выйдет профессор? Если бабушка сказала, значит, выйдет. Ему бабушка сказала. Так ты смеешься? Ну, тогда я пойду. Подожди. Чего тебе? Скажи, а ты не знаешь, почему твоя бабушка именно меня выбрала? Ну, значит, нравишься ты ей. А тебе? Ну, ничего, годишься. Только учти, жена профессора все сама должна делать. И стирать, и готовить. А что, профессор не будет помогать жене? Профессор наукой будет заниматься. Ну, тогда прощай. Передай бабушке, пускай другую невесту найдет. А ты не хочешь? Нет, я за дурака замуж не пойду. Ну и не надо, каланча. Ну? Хош. Ну? Нема хош. Что ну? Нема ты дигну. Что ты ей сказал? Ничего не сказал, она сама все сказала. Что? За дурака замуж не пойдет. А потом? А потом встала и ушла. А ты пошел за ней? Нет. Правильно сделал. Профессора на дорогах не валяются. Заходите, пожалуйста. У меня полное доверие к покупателям. А вот к тебе, Гайбула, у нас нет полного доверия. Жалуются односельчане. Сдачи не любишь давать. Кто? Кому я не додал? Вы видели? Вы что, думаете, что говорить? Конечно, думаю. Жалко, времени нет. Добралась бы я до тебя. Да делайте, что хотите. Вечно вы лезете не в свои дела. Вечно мешаете людям спокойно жить. Весь кишлак от вас плачет. Кстати, и председатель вами недоволен. Кем? Кто? Председатель. Анзират, пошли лучше, пошли отсюда. Чем недоволен председатель? А тем, что вместо того, чтобы спокойно отдыхать, некоторые пенсионеры во главе с вами вмешиваются не в свои дела. И он прав. Я тоже удивляюсь. Ну чего вам не хватает? Встать, когда с тобой старшие разговаривают. Анзират, ударить его? Не надо. Эх ты. Вот народ, а? Ну что за народ? Молодцы, ребята, молодцы. Давайте, скорее. Эй! Так, Хамид, останови трактор. Стой! Ну, всего на 5 минут. Ну, на 5 минут всего работы. Здравствуй, сынок. Просьба к тебе большая. Привези несколько балок на своем тракторе. Нет, это я не могу. Почему? Председатель велел другую работу делать. Ах, ты не можешь? Не поеду. Ну, тогда отдай ключ. Не отдам. Ну-ка, ребята, отберите у него ключ. Ах так, физическую силу применяете. Ну ладно, все расскажу председателю, все. Расскажи. Расскажи председателю. Председатель едет.
Но нет никаких сил. Командует, ругается. Во все вмешивается. Теперь физическую силу стала применять. Здравствуйте. Здравствуй. Приехали на помощь. Ну что, давай, Гайбула, не стой зря, помогай тоже. Ну, спасибо тебе, председатель. Спасибо, помог. Теперь иди. У тебя много своих дел. Вы знаете, я не хотел при всех позорить вас. Но зря вы все затеяли. Почему? Ну, сами знаете, мы ведь все делаем по плану. Все делаем для людей. Новый клуб построили недавно. Водопровод провели, газ. Да все я знаю. Ты печешься о людях. Все хорошо. Но мост-то ведь нужен. Построим мост. Все по плану. Когда надо. Это разве мост? Сегодня построите. А завтра сель может унести. Зря вы столько людей от дел оторвали. Советоваться надо. Постой. Это что значит? Зря отрываете, сель унесет. Ты мост построй сначала, а потом уже и говори. Построю. Построю. В свое время. Уважает председатель. Бабушка, бабушка! Что случилось? Маме плохо. Как? Наверное, из-за фотографии? Из-за какой фотографии? Ну, где папа среди женщин? А как мама увидала фотографию? Она же была в моем кармане. Нурила стал спорить, что на фотографии рядом с папой стоят японки. Пришлось фотографию достать и доказать. Но никто не заметил, как мама подошла сзади. Она все увидела. Так, ну беги, позови дядю Карима, пусть машину свою пригонит сюда. Зачем? Да не спрашивай зачем, делай, что я велела, быстро. Бабушка, бабушка, мама. Идите, идите. Ну что, доченька, думаешь, пора? Да рано вроде. Ну потерпи, родная, потерпи немного. Бабушка, машина! Хорошо. Пойдем, пойдем. Здравствуйте, бабушка Анзира. Здравствуй, доченька. Что это? Ты тоже в город подалась, да? Да, хочу в техникум медицинский поступить. А в техникум хорошо. И город хорошо. Давай я тебе кое-что покажу. А что? Пойдем. Ты видишь, что? Корову видишь? Вижу. Так вот, это корова Хашимджана. Он ее продал в соседнюю деревню. И что ты думаешь, каждый день она переплывает реку,
приходит к дому Хашимджана, у него 7 маленьких детей, и она не уходит до тех пор, пока его жена не надоит столько молока, сколько нужно детям. А зачем вы все это мне рассказываете? А так просто. Келака. Баракалла. Джануар, джануар. Келака, ке. Айланып кетейін сандан. Ке, ке, ке. Ке. Барака. Бабушка, как мама себя чувствует? Что врачи говорят? Айланы көрдім. Тузы оп копты. Маме уже лучше. Скоро выпишут. А где Нурила? А вон там. Где? Он под деревом стоит. Ну-ка, подойди сюда. Не подойду. Не подойдешь? Не подойду, бить будешь, я знаю. Смотри, какой знаток. Про японок знает, когда его бить собираешься, знает. Все знает. А вот как плохо в чужой карман лазить, этого не знает. Тебе тоже не мешало бы кое-что знать. Что именно? Что тебя никто не любит. Никто. Ни папа, ни мама, ни жители деревни. Даже продавец Гайбула. Потому что ты во все вмешиваешься. Если хочешь знать, все над тобой смеются. А кто же тебе это рассказал? Не бей. Не бей, не бей его. Он правильно говорит. Я сама знаю, что меня никто не любит. Эх ты, мой маленький знаток. Придется забирать. Куда? В больницу. А кто корову будет доить? Мы сами. А кто Абдуллу женит? Мы сами. Сами поженим. Тебе надо лечиться, бабушка. Кажется, вы только рады от меня избавиться. Нет, нет. Давайте помогите. Осторожней, осторожней, дети. Бабушка, на ком теперь предлагаешь женить Абдулу? Только на Назире. Она же Абдулу дураком обзывала. Ничего, он не умрет от этого. Женится, тоже может ее дурой назвать. Ну вот и будут в расчете. Здравствуйте. Здравствуй. Где бабушка? Заболела? Обидели ее, наверное. Никто ее не хотел обидеть. Она сама виновата. Во все вмешивается. Надо, не надо, всех ругает, отчитывает. Ну ладно, мы свои, привыкшие, но она и чужим покоя не дает. Ну-ну, так-так, продолжай. А что продолжать? Просто жалко ее. Люди смеются над ней. Ну, а я тебя за эти слова палкой, молокосос. Стыдно ему видеть. Люди смеются. А эти люди забыли, что в 30-м году ее мужа, нашего первого председателя, кулаки топором зарубили? Забыли? А что она, несмотря на свою молодость, возглавила колхоз? Хлеб отбирала у богатых. Жителей спасла от голода. Чужим покоя не дает. Кто чужой? Нет для нее чужих в этой деревне. Ты покажи мне, кто смеется над ней. Покажи, если любишь ее. Они же не виноваты, что забыли. Виноваты. Все виноваты. Молокосос. Пойдем. Слышишь, что он говорит? Ну, молодой еще. Молодой. Пошли скорее навестим. Эй, а корову кто будет доить? Не отвлекай меня, я наукой занимаюсь. А что, мне все одному нужно, что ли? И стирать, и готовить? Я тоже люблю лазить по деревьям. Ничего,
Мы люди маленькие, не побрезгуем. И корову можем подоить. Абдулла, твоя невеста со студентом гуляет. С каким студентом? С сыном Эргаша тракториста. Что делать? А что они там делают? Разговаривают. И все? Все. Нет, подожди. Кто говорит, а кто слушает? Студент говорит, а она слушает. Вот видишь, она слушает его. Есть разница. Пошли, ребята. Ура! Ура! Драться будем! Вот они. Слушайте меня. К ним пойдет только Нурилла. Так? Пойдешь и скажешь студенту, пусть по-хорошему убирается отсюда. Скажи, профессор так велел. Понял? Бить не надо? Нет. Шу калам туфайли яздым сенге шир, зара ки кетсе деп калптаги алам. О, нема кылыпсан, болеке? Что тебе, мальчик? Убирайся отсюда по-хорошему. Нема дейпсан, озы? Что? Почему? Ана, профессор шуна. Профессор так велит. Кайс профессор? Какой профессор? Ана, башладык, кетту. Все, пошли. Шашмитер. Подожди. Ты что, хочешь драться? А что? Черт возьми, я же на автобус опаздываю. Извините. Ну? Что ну? Баранки гну. Дурак. Второй раз. Что второй раз? Дураком обозвала. А ты веди точный счет, после свадьбы предъявишь. Ну что тебе, обязательно на ней жениться. Девушек много хороших. Ну, бабушка мне велела. Бабушка, вы звали меня? Звала. Отпусти-ка меня домой. Вам надо лечиться. Ничего, в другой раз вылечишь. Нет, я не могу вас отпустить. Ну что ж, придется убежать. Здравствуйте. Подойди поближе. За что? Сам знаешь, за что, сынок. Пойдем со мной. Thank you.
Ассаламу алейкум. Салам. Карайла, карайла, Шермат келяпты. Ты смотри, Шермат пришел. Она гуль кутарып келяпты. Батюшки, красивый такой, с цветами. Токио, Мокио. Харакири, Хачапури. Салам алейкум. Здравствуйте. Хормелер. Салам. Салдарыз, яхшимы? Табриклеймыз. Здрасте. Салам, сыном. Салам. Биодан кириш мүмкін емес. Отсюда нельзя. Хардан кириш. Как нельзя? Я всегда отсюда вхожу. Хобалад, хобалад. Шарапат? Шарапат. 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 Не бак раз? Ну чего кричишь? Конничива, сан Шарапат. Конничива, Шарапат-сан. Что? Вот я с тобой так здороваюсь. Вот я сейчас спущусь и покажу тебе, как надо здороваться. Сюдачка, это же дружба народов, понимать надо. За знание языка надбавку к зарплате дают. Ну ты лучше скажи, как он там? А? Кто? 11-й. Его еще нет. Как нет? Да ничего, не волнуйся, все будет хорошо. Я же тебе цветы принес, лови! Ха, спасибо. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Яхши. Анзират, как поживаешь? Узин яхши болып калдым, хаджи Мурат. Хаджи Мурат. Выздоровел? Жида яхши. Выздоровел? Хурсамман. Хурсамман. Я рада, рада. Меня хра, Анзират. Ляббей. Тут мне передали, ты моего сына отругал. Зря ты так поступила. Он у меня хороший. Ты знаешь, он мне даже в больницу чайник привез. Хаджи Мурат. Приношу свои извинения, Хаджи Мурат. Видишь? Принесла свои извинения. Ишмат! Эй, Ишмат! Азыр! Кем вы? Я? Анзират. Это вы, бабушка Анзират? Ман, ман. Это я. Спускайся. Спускайся ко мне. Хош, хазмат Анзират бу? Слушаю, бабушка Анзират. Менге кара, Ишмат. Хош? Скажи, Ишмат, мои внуки тебе денег не должны? Йок, хаммасыга тулашкан. Нет, не должны, все оплатили. Хорошо. Мана он ол. Тогда возьми это. Ол, ол. Зачем? Раздаю, бери. Мои внуки еще будут здесь играть. Так что не отказывайся, бери. Ну, это удобно получается. Бери. Лишь бы ты не обиделся, когда они опять твои стекла будут бить. Ну что вы, я не обижусь, я привык, пусть бьют. Не отказывайся.
Добрая весть! Добрая весть, Суюнчи! Мама дочку родила! Добрая весть! В нашей семье теперь тоже девочка! О, Шермат! Эй, Шермат, ты скоро мне антенну установишь? А я и не думаю, проходи. Почему? Почему? Когда по телевизору футбол показывают, ты на концерт переключаешь программу? А, ты хоть раз болел за мою команду? Проходи. Шермат, ну прошу тебя. Абдулла, привет. Назира, надо же, как ты за год изменилась, еле узнал. Разве я изменилась? Вот ты, кажется, вырос, действительно. На 6 сантиметров. Ну, как вы поживаете здесь? Какие новости? Ну, какие новости? Какие могут быть новости? Вот без бабушки тихо стало в деревне, не хватает бабушки. А ты не знаешь, бывает совесть у деревни? Наверное, бывает. Председатель сказал, что хоть она была зловредной старухой, но она была совестью деревни. Сам слышал. Пойдем, я тебе покажу кое-что. Погоди, я понесу. А сено? Потом. Пойдем. Видишь эту корову? Ее когда-то давно хозяин продал в соседнюю деревню.